О спорте. В Якутске состоялись 9-е по счету соревнования среди любителей собак ездовой породы. Для гонок участники задействовали питомцев разных пород, в основном маламуты, сибирские хаски, якутские лайки и немецкие и восточноевропейские овчарки. Среди летних дисциплин ездового спорта байк-джоринг – это гонки на собаках с велосипедом и картинг – гонки на карте с упряжкой собак. А также кани-кросс – самый доступный вид гонок с собаками. Горячие схватки прошли по байк-джорингу. В этой дисциплине приняли участие более 20 спортсменов. Кани-кросс бежали дети от 4 лет. Большой интерес у зрителей вызвал и каблук-кросс. В целом, Федерации ездового спорта отмечают, что с каждым годом количество участников увеличивается. В этом году в соревнованиях участвовали более 60 спортсменов, представляющие разные уголки нашей республики, в том числе 18 детей. Занятия ездовым спортом требуют от его любителей большой подготовительной работы. При этом не только над своей личной физической формой, но и длительных занятий по воспитанию и дрессировке своих питомцев.